предоставлял чеки за товар, которого не было. Именно такое обвинение выдвинуто бывшему руководителю предприятия «Чердаклыэнерго» Айрату Хузееву. По данным следствия, в течение 2 лет теперь уже бывший руководитель получал деньги за товар, который фактически не приобретал, так как чеки были поддельными. Таким образом, предприятию нанесен ущерб на сумму примерно в 1,5 миллиона рублей. Выяснить это удалось благодаря оперативной работе сотрудников регионального управления ФСБ России. Сегодня в суде Чердаклинского района в закрытом режиме вынесли приговор по этому делу. Как установлено, 52-летний директор муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго» Айрат Хузеев неоднократно получал под отчет денежные средства. Данные действия он объяснял необходимостью приобретения товарно-материальных ценностей для нужд руководимого им хозяйствующего субъекта. Часть финансовых ресурсов злоумышленник похищал, предоставляя фиктивные товарные и кассовые чеки. В результате в период с марта 2014 по сентябрь 2016 годов муниципалитету был причинен материальный ущерб в сумме более 1,5 миллиона рублей. В результате бывший энергетик приговорен к 2 годам колонии общего режима, но гособвинение с вердиктом суда не согласно. Прокуратура настаивала на назначении экс-должностному лицу наказания в виде 7 лет колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1 миллион рублей. Решается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления.